Мы продолжаем изучать нравственное богословие, и сегодня мы, собственно, только это и начинаем. Как уже говорилось, говорилось предыдущие лекции носили такой предварительный характер и говорили о некоторых нравственных установках вообще, такой подготовительный, приготовительный курс. А с сегодняшней беседы мы будем говорить о христианском нравственном богословии, то есть о нравственных проблемах, явлениях, явлениях нравственной жизни, о том, что касается правильного отношения человека, верующего в Бога, признающего Священное Писание за откровение Божье и человека, исповедующего Иисуса Христа своим Господом и Богом. То есть нравственное богословие для христиан, для людей, верующих во Христа как Бога. И в целом вот курс наших бесед, он делится вообще такой курс адекватный, всеобъемлющий, рассказывающий обо всем, что могло бы заинтересовать верующего человека в области поведенческой, в области совершения поступков, в выработке правильного отношения к тем или иным явлениям в жизни, задача очень сложная. И, насколько мне известно, вот такого всеобъемлющего пособия, какой-то цикла, курса, бесед или лекций, который действительно бы охватывал бы все, что необходимо в этой сфере христианской жизни, еще не написано. И это большая проблема. Не написано не потому, что не было желающих, а просто потому, что действительно охватить и рассмотреть все аспекты, все вопросы, все проблемы, поведение, отношения, нравственной жизни верующего человека очень сложно. Просто их даже охватить. А всякий охват, излагаемый в какой-то либо систематичности, предполагает именно вот эту самую систематичность. То есть все эти проблемы, факты жизни, вопросы отношений, все они должны, были как -то, должны быть как-то структурированы. И для того, чтобы человек не запутался сам в этой сложных вопросах и закаулках и не усложнил саму себе жизнь. вот структурировать тоже очень сложно. И поэтому не претендуя на полноту на всеохватность, а просто предлагая предлагаю некий свой собственный способ структурирования того материала, который предполагается вот здесь предлагается здесь вашему вниманию, я разделил на приблизительно на пять разделов по схеме, по вот предложенной этой структуре, в которых мы и будем дальше знакомиться с нравственным богословием. Первое это отношение человека к Богу. Первый раздел, который займет некоторое время. Второй раздел ⁇ это отношение человека к другому человеку или к самому себе. Третий ⁇ это отношение человека к обществу. Четвертый раздел ⁇ это отношение человека к самому себе, только к самому себе. Здесь будет предложена антропологическая модель, которая помогла бы человеку понять происходящие в нем какие-то вот разные борения, волнения, движения, для того, чтобы человек, в принципе, мог сам как-то выстроить более или менее правильно нравственную позицию в отношении тех или иных явлений внутренней и внешней жизни. И последний раздел, так называемая теодицея, то есть размышление о причинах зла, о причинах страдания, о том, как мы можем вот, правильно и должны правильно относиться ко всему неприемлемому, злому, плохому, к тому, что вызывает человеческое горе и страдание. Как это мы можем примирить? с верой в благого, щедрого, всемогущего, всесильного Бога. Итак, сегодня мы начинаем вот этот раздел «Отношение человека к Богу. И разумеется, естественно, что э, рассматривать, как в принципе и всякое явление э, жизни, касающееся э, верующего человека, мы начинаем рассматривать это со свидетельств Священного Писания, потому что для верующего человека эта книга является, или, так скажем, эти тексты, это свидетельство является откровением Божьим, то есть то, что открыто Богом, Богом человеку. И это один из важных оснований веры христианина в том, что Слово Божие свидетельствует ему, открывает ему волю Божию. Сегодня мы познакомимся со свидетельствами книги Второзакония об отношении к Богу. Почему именно книги Второзакония? Ну, во-первых, это книга, относящаяся к корпусу древнейших, книг Священного Писания, древнейший книг Ветхого Завета, то есть корпусу Пятикнижья Моисеева. Очевидно, что это, по всей видимости, как предполагают ученые, изучающие библейский текст, они говорят, что в принципе именно книга второзакония имела распространение в, в, древней, в древности, в эпоху даже еще до переселения израильского народа из земли обетованной в Вавилон, до Вавилонского пленения. То есть это действительно такое очень древнее, распространенное, письменное свидетельство о воле Божьей. Хотя до нас оно дошло в записях не столь древних, как, скажем, эпоха Исаи или Иеремии, но именно свидетельство Книги Царств указывает о том, что написанные тексты были, и, и скорее всего, как предполагают ученые, написанные тексты как раз и были текстами Книги Второзакония. Но в особенности нам интересно свидетельство Книги Второзакония в том, что оно без лишних в этом отношении исторических разных исторических разных повествований, книга собирает воедино все древнейшие свидетельства о правильном отношении человека к Богу и к человеку, то есть то, что может быть объято словом «закон Божий». И второзаконие – это вот такое, хотя в некотором роде пространное, с другой точки зрения достаточно сжатое издажение, основных заповедей, основных правил жизни человека. И эта книга была очень читаема и в христианскую эпоху, и читаема, как мы можем увидеть далее, внимательно, пристально, очень. И была очень востребована древнейшей христианской традицией. И вот книга Второзакония об отношении к Богу. И начнем, мы не будем читать всю книгу, у нас другая задача, мы просто хотим выбрать из этой книги самые важные, четкие, конкретные свидетельства, которые нам, нынешним христианам, дадут некое руководство, некое мерило праведное, некое вот критерий правильного отношения к Богу. И, конечно, ключевыми в этом отношении является свидетельство... 6 главы книги Второзакония, ну скажем, с 4 пока по пятый стих. Это самые известные слова. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами твоими». Именно эти слова и приводится в Евангелии в синоптических Евангелиях или как слова Христа, или как слова законника, который на вопрошание Христа, как он понимает, какая заповедь наибольшая в Законе, отвечает вот этими словами: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего своего, как самого себя, и Христос говорит, правильно ты отвечаешь, что эти слова очень известны и очень часто встречаются в Евангелии. И вот еще несколько раньше, в четвертой главе, Господь, как бы подтверждая вот этот вот момент, как бы некую качественную характеристику давая, он говорит, что Господа Бога твоего возлюбить, возлюбить нужно всем сердцем, именно всей полнотой своего существа, всем сердцем, всей душом, всем разумением, всеми силами возлюбить. И вот на особенность именно такого отношения к Богу в книге второзаконе в четвертой главе есть особая, ну скажем так свидетельство. Господь в 4 главе предупреждает, что однажды наступит время, когда израильский народ забудет о своем Боге, и за это он будет предан не только опустошению, но и рассеянию, и будет уведен в плен, и будет рассеян между другими народами, и будет жить у чужих народов, и будет вынужден или по собственной воле будет поклоняться идолам и принимать иную веру. И вот там, в этой мерзости нравственного и духовного существования, некоторые из людей, из иудеев, знающих закон Бога, вспомнят о Боге. И вот об этом так говорит, говорится в 4 главе книги Второзакония, начиная с 27 стиха, стиха, и рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь, и будете там служить богам, сделанным руками человеческими, из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душою твоей, когда ты будешь в скорби и когда все это постигнет тебя в последствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа его». Господь Бог Твой есть Бог милосердный, Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами Твоими, которых, который Он клятвою утвердил им. Вот это утверждение, как бы 4 главы, свидетель 4 главы, подчеркивает, что на самом деле и там человек обратиться к Богу не потому, и вот основанием для обращения к Богу будет не культ, не синагога, не возвращение к обрядам, а именно личное обращение к Богу, когда человек не просто обратится к Богу, но само обращение предполагает, как бы всецелое посвящение себя Богу, Он всем сердцем обратится к Богу. Вот Это полнота обращенности и полнота любви как основание правильного отношения к Богу. Она в 4 главе подчеркивается: именно личная обращенность человека всецелая обращенность человека есть основание. Что это будет личный э, акт, который откроет человеку Бога акт личного его самоотвержения, самоотверженности. Он э, отвергается от себя, всего себя, вручая Богу. Он всецело, всем сердцем готов любить Его. В чем проявляется по преимуществу? это самое самоотвержение. Как и говорится здесь, в 4 главе, что обращение и взыскание Бога всем сердцем состоит в том, что человек собирается, он готов к тому, чтобы слушаться гласа Божьего, то есть быть послушным в том, чтобы исполнять слышать и исполнять то, что говорит ему Бог. То есть самоотвержение, оно проявляется в том, что человек собирается, готов творить всю волю Божью. Самоотверженность, обращенность к Богу проявляется в первую очередь в послушании. И это начало духовного пути в церкви. С этого... Вот когда есть такое обращение, когда человек переживает подобное обращение, когда он открывает для себя э, вот какую-то возможность изменить жизнь в соответствии с тем, что хочет Бог, не в том, как он мыслит, как мыслит умный дядя или о, умный какой-нибудь профессор или какой-нибудь знаменитый философ, или известный публицист, политический деятель, или мудрая бабушка. Не в этом, когда человек понимает, или хотя бы свой жизненный опыт, а когда человек понимает, что собирается, он готов к тому, чтобы изменить свою жизнь так, как это хочет Бог, сама вот эта готовность принять всю волю Божью, которая есть в отношении вот его личность человека, вот с этого момента начинается обращение, сам момент обращенности, он может растянуться на целую жизнь, он может свершиться мгновенно, как это, допустим, произошло с преподобной Марией Египетской, он может быть скачкообразным, все это сложно, очень личностно, но вообще разговор о жизни перед лицом Богом об отношении к Богу вообще, разговор о, о духовной жизни вообще может быть начат только тогда, когда вот эта решимость, хотя бы только решимость принять волю Божью, послушаться Бога, вот когда эту решимость человек проявляет, с этого можно начинать разговор. Если человек не имеет такой решимости, можно говорить... О, то есть все, вот пока этой решимости нет, все, чем, что, что может найти человек в церкви или около церкви, это будут разговоры, скажем так, миссионерско-катехизаторского характера. Человеку говорят о Боге, сообщают некое сведения, человек задумывается, человек размышляет, человек сопоставляет, сравнивает. Делает выводы, принимает решения какие-то значимые, или если это миссионерская деятельность, человек вообще пытается э, принять или каким-то образом согласовать с известными ему принятыми им самим постулатами жизни, согласовать явление Бога, он пытается к этому как-то примериться, приспособиться. Но все это не духовная жизнь, все это далеко от обращения к Богу, все это, так скажем, Предворение, все это притвор в церкви, это э, чтение о Боге, собственно духовная жизнь, жизнь с Богом или, скажем так, действительно христианская жизнь начинается тогда, когда человек принимает решение принять волю Божью, когда он решается слушаться Богу. И вот с этого начинается, и может только начинаться разговор о Боге, хотя бы не только в духовной жизни, а хотя бы вот в нравственном приложении: в том, как можно строить и нужно строить жизнь верующему человеку. И в этом смысле именно по этой причине в аскетической традиции так важно слово о послушании. И оно является одним из важнейших требований к монашескому общежитию и вообще к аскетической жизни. Человек должен отречься от своей воли. Только важно понимать, что в древнейшем, да и не очень древнейшем, скажем, об этом говорил Паисий Величковский, а он отец 18 века, и вот даже у него звучит мысль о том, что послушание не есть само по себе некое значимое свойство или качество человеческого характера или так скажем необходимое условие для того чтобы вступить в общежитие вообще само по себе послушание потому что с этой точки зрения послушный солдат мог бы быть хорошим монахом а это вовсе не факт или там скажем привычный и самый послушный исполнитель барской воли какой-нибудь забитый крепостной крестьянин, что из него непременно получится хороший монах, это совершенно ничего не значит. Не само по себе послушание, а когда человек готов слушать только Бога. И вот послушание это в монашеской традиции начинается с того, что человек находит такого духовного руководителя. Устами которого говорит Бог, такого духовного руководителя, который сам ежедневно, ежеминутно исполняет волю Божью. И вот такому человеку необходимо довериться и оказывать у все целые, беспрекословные послушания. А если такого человека не обретается, тогда человек должен внимать Священное Писание, по мысли, скажем, того же Паисия Веричковского внимать Священному Писанию, внимать Святым Отцам и оказывать через эти читаемые, слышимые слова, через молитву, оказывать всякое послушание Богу, внимая Его слова. Лучше, когда есть еще и некто, по мысли П.С. Веречковского, некий э, со-таинник, э, со который может э, вот, дать, живущий тем же самым, который может подать мудрый совет. И таким образом человек не становится сам для себя единственным критерием истинности того, что он думает, что он говорит и что он совершает. Но на самом деле вот эта мысль, слушаться Бога, что он говорит, является началом, ведь не только для людей, идущих в церковь и живущих в церковь, это начало пути и для людей, живущих вне церкви. И, то есть человек где-то, так скажем, грубо шляется по стогнам мира сего, он грешит, он живет как хочется, страстно, он во что-то верит, во что-то не верит, он как-то устраивает свою жизнь. Он какими-то принципами, трактовками, толкованиями руководствуется. И вот, наконец, в один прекрасный день он вдруг понимает, что если он честный христианин или хочет стать честным христианином, то он должен внимать Слову Божьему и внимать всему тому, что он говорит, только слушаясь Бога, непроизвольно трактуя Его, как мне захочется, а именно внимая Божьему велению – слушая Бога, то, что Он говорит, не пытаясь приспособить Его слова к своей жизни или к реалиям этой жизни, только тогда, когда Он отдается слышанию Слова Божье, начинается и для Него духовная жизнь, даже если Он пока начинает, начинает эту жизнь вне церкви. Просто потому, что, скажем, общины или прихода рядом не нашлось. И Сейчас очень много разных сюжетов в интернете появилось, где люди рассказывают об этом опыте поиска истины, когда они решаются слушать Слово Божье и постепенно начинают искать и находят истину в церкви, находят церковь, как это и произошло по свидетельствующему написанию однажды с корнилием сотник. И вот слушать Бога. Это и означает слушаться Бога, потому что не слушаться Его невозможно, ибо Он – Бог. Если мы говорим и начинаем обсуждать Его слова, если мы начинаем спорить с этими словами, что бы это ни значило, но однозначно можно говорить о том, что человек не понимает, что слова эти Божьи. Он на самом деле не понимает, что говорит-то их никто-нибудь а говорит их Бог, у него нет благоговения и страха Божьего. И вот дальше мы увидим, как воспринимается, вот в следующий раз мы говорим о том, как воспри... должны воспринимать эти слова и как учит воспринимать эти слова книга Второзакония.